телеграм-канале городской администрации «Вести» в Дворянской приглашают к участию во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Подать заявку можно по всем направлениям любительского спорта, от корпоративных физкульт-программ до дворовых футбольных команд и лекций о пользе подвижного образа жизни. В течение сезона участники проходят обучение, обмениваются опытом и находят новые идеи для развития. А самые яркие и интересные проекты получат признание и денежные призы. Все подробности о проведении «Ты в игре» на официальном сайте конкурса tyvigre.rf. В Советском районе продолжаются работы по содержанию территорий в зимний период, говорится в телеграм-канале. Сегодня очистка тротуаров от наледи и распределение противогололедного материала велись на тротуарах по улицам Гагарина, Среднесадовой, Александра Матросова. Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию» реализует проект «Все для победы». Фонд занимается поддержкой воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик и поставками гуманитарной помощи, сбором пожертвований для наших защитников и мирного населения. Говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Перечислить денежные средства для участников СВО можно через сайт фонда, раздел «Сбор регионов», а также с помощью QR-кода. С 1 по 15 декабря 2023 года проходит второй всероссийский цифровой диктант по персональным данным. Впервые он был проведен в 2021 году по всей стране и собрал более 50 тысяч участников. Целью проведения цифрового диктанта является повышение уровня цифровой грамотности в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде. В телеграм-канале Кировского района сообщают, что диктант можно пройти на официальном ресурсе правительства Алтайского края.